почему такие события непростые, тяжелые происходят вообще? Может быть, с религиозной точки зрения, с философской? Вы знаете, с религиозной точки зрения лучше этот вопрос задать батюшке, священнику. Они ответят полнее и шире. Я могу сказать только как светский человек. Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас в надежде на лучшее. И эта надежда, а порой и ожидание чуда, и есть та самая звезда, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает нас на самых сложных его этапах. С праздником вас, с Рождеством Христовым!